Работа во время эпидемии с коронавирусом показала, как раз важны противоэпидемические мероприятия, борьба с внутрибольничным инфицированием, реальное использование средств индивидуальной защиты, то есть всего комплекса мероприятий, которые реализуются в каждой клинике на профилактику внутрибольничного инфицирования и контроля за распространением инфекции. При участии наших партнеров мы получили достаточно простую, но вместе с тем уникальную вещь, которая позволит контролировать обработку каждого сотрудника или посетителя клиники, убедиться в том, что он в последующем перед оснащением тепловизором не болен, опять-таки понять то, что практически этот участок проблемный, допустим, для нашего вот этого входа, он находится под надежным контролем и не зависит от субъективного человеческого фактора. То есть реально каждый, кто сюда зайдет, а это место, скажем так, видите, достаточно активно используется, будет подвергнут обработке. Впоследствии мы планируем, что это будет использоваться в красных зонах. Помимо шлюзов, которые имеются в каждом отделении, мы на выходе из шлюза, опять-таки, будем иметь дополнительную возможность обработки человека, который уже ее прошел. Это еще раз повысит надежность, безопасность работы персонала и, опять-таки, защитить каждого человека.